Нам сегодня привезли сено. Даша кушает с аппетитом. Значит, сено вкусное. Даша у нас привередливая. А раз она его ест, значит, сено хорошее. Привезли издалека. Аж 300 километров везли до нас. Даша! Занята Даша. И Мелисса кушает тоже. Ой, Мелисса, ты куда все выкинула, а? Мелисса, ты зачем? В окно зачем выкидываешь, а? Эй! Ты не борзей давай, дама. Сейчас все повышвырнет. Ишь ты! Вон на полу сколько накидала. Кушают. Душно тут. Мы уже неделю в этом сарае. Ой. Тут тесно. Раньше была баня. Мы ее всю разобрали до основания. И теперь тут будет сарай. Как-то так. Будем ютиться. Ну что делать? Старый будем разбирать. Только не знаю, когда. Ой, сено нанюхалось. Чихнуть хочется. Привезли вот пока 19 рулонов. Не знаю, там, наверное, не видно будет. Видно, нет. Вот там. В два этажа. Рулон на рулон. Сначала снизу поставили, потом сверху. Но уже стемнело, и мальчишки устали. Тяжело очень. Нужно было отворот прям сюда катить. Ой. Ой-ой-ой. Ну, потом закатят. Завтра, может быть. Ну, вот. И два рулона тут еще оставили. Прямо на входе. У ворот. Всем привет. Привет, 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 привет. Вот так. Вот такое сено. Ну вот, все. Сеном мы запаслись. Частично. Время уже позднее. Все. Душно тут у них. Очень. Ну ничего. О, мухи кусают. Ну вот. Такие у нас новости. Мелисса хвостом меня. Шмык-шмык. Че, Даша, тебе еще принести? Сейчас принесу.